Всех еще раз приветствую. Меня зовут Андрей Замаренов. Я являюсь продукт-менеджером по оборудованию для видеонаблюдения в компании Appymatica. Также рядом со мной сидит мой коллега Сергей Костюков, наш технический гуру. Он пресейл-инженер тоже по сетевым продуктам. Он будет сегодня отвечать на сообщения в чате и также помогать, если вдруг какие-то возникнут вопросы технического рода, ну и вообще любого вопроса, он поможет на них ответить. Собственно, рад всех приветствовать. Давайте тогда начинать. Ну, вкратце, давайте начнем, вдруг кто не знает, для новых участников, вдруг кто не знает о оборудовании MileSight, я вкратце расскажу, не буду долго заострять на этом внимание. Ну, кто не знает, MileSight — это производитель именно IP-оборудования для видеонаблюдения, аналоговых решений у него нету, то есть исключительно IP-оборудование, IP-камеры, видеорегистраторы, программное обеспечение. Так, у нас комментарий, что ничего не слышно. Друзья, скажите, пожалуйста, у всех есть ли звук? Мне пишут, что звук есть, поэтому давайте продолжим. Сейчас вот нет. Нету. А сейчас? Можете написать, кто-нибудь слышит, вот, есть ли звук? Нет. Пишут, звук есть. Сейчас есть звук? Все отлично. Звук есть, давайте продолжим. Собственно, я остановился на том, что MileSight — это производитель IP-оборудования, то есть IP-камеры, видеорегистраторы, сетевые аксессуары и программное обеспечение к ним. Компания достаточно молодая, основана была в 2011 году. На данный момент у компании имеются офисы в Соединенных Штатах Америки и офис также в Корее. И головной офис находится в Китае, в городе Сямынь. Там же находится производственный центр и отдел R&D. Собственно, за время существования компания достаточно серьезно выросла. Оборудование компании MileSight присутствует в более чем 80 странах мира. У них имеется полный производственный цикл с процентом брака меньше, чем 0,71%, что подтверждается вот в нашей компании за долгий опыт совместной работы. Ну, действительно, процент брака он был меньше даже данных значений. И также MileSight обладает собственным R&D-центром. Более 50% персонала задействовано в R&D. Достаточно много средств активно тратится в R&D, непосредственно в новые разработки оборудования, программного обеспечения и так далее. Ну и, собственно, имеет полный производственный цикл. То есть все оборудование как раз производится непосредственно этой компанией на ее мощностях. Но это вот для тех, кто не знает, кто такие MileSight. Это оборудование профессиональное, то есть оборудование этой компании присутствует вот в более 80 странах мира, и в том числе на самых серьезных объектах, это такие как аэропорты, банки, медицинские учреждения, это различного рода образовательные учреждения, то есть этому производителю доверяют самые серьезные объекты. У нас в России мы являемся эксклюзивным дистрибьютором на территории России, также на территории некоторых стран СНГ. Собственно, непосредственно склады и сервисный центр и находятся непосредственно в Москве. Ну, собственно, хотел бы рассказать сегодня вкратце о новинках оборудования, которое появилось в 2019 году. У нас обновились ряд линеек. Появилось новое оборудование, о котором сегодня расскажу. Также хотелось бы рассказать о глобальном обновлении программного обеспечения.
Ну и вкратце рассказать об основных преимуществах, об основных фишках этого производителя. Собственно, вот такой у нас примерная карта. Давайте тогда начнем. Ну, в первую очередь, что хотелось рассказать. У нас у MailSite появилась 8-мегапиксельная линейка IP-камер с разрешением 4К. А до этого камеры 8 мегапикселей были доступны только в линейке камер Pro серии с количеством 30 кадров в секунду. Ну и, соответственно, эти решения были достаточно дорогими. То есть там розничные цены камер начинались где-то от 30 тысяч рублей. На данный момент появились видеокамеры с разрешением 4К в серии Mini. Они появились с количеством 15 кадров в секунду, что вполне себе достаточно для большинства объектов видеонаблюдения. У меня тут в чате пишут, что звука нету. Сергей, у нас есть звук? Мне вот пишут, что звук есть. Друзья, напишите, у кого звук есть, у кого нету. Я попробую сейчас вот обновить страницу еще раз. Друзья, сейчас есть звук? Напишите, пожалуйста, в чат. Ждем первого комментария. Есть ли звук? Раз, раз, раз. Все, пишут, все в порядке, звук есть. Надеюсь, что больше задержек не будет. Отлично, спасибо большое, друзья. Спасибо, что написали. Давайте продолжим. Собственно, я говорил о том, что появляются видеокамеры с разрешением 8 мегапикселей, 4К в линейке Mini. Ну и, собственно, на экране вы можете видеть вот это самое бюджетное решение, самое доступное решение видеокамер с разрешением 4К. Это цилиндрическая камера с объективом 4 мм, с ЭК-подсветкой 30 метров, уже непосредственно с разрешением 4К, и розничная ее цена составляет 15 990 рублей, что достаточно бюджетно. И основное, главное преимущество видеокамер с разрешением 4К – это, безусловно, большая детализация и возможность осуществлять видеоконтроль вдаль. То есть не только по горизонтали и вертикали, но мы можем контролировать какие-то удаленные объекты. На записях мы можем приближать какие-то отдаленные кадры для того, чтобы, например, определить либо номер автомобиля, либо, например, увидеть какую-то группу лиц, которая стоит вдали на расстоянии более чем 80 метров. Но, безусловно, видеокамера с разрешением 2 мегапикселя такого, безусловно, не позволяют. И одно из важнейших преимуществ использования видеокамер 4К – это, безусловно, возможность сократить количество камер на объекте, потому что одной камерой можно контролировать гораздо большую площадь. Собственно, предыдущая камера, которую я показывал, это была видеокамера с фиксированным объективом. Также появилась видеокамера из линейки Mini с вариофокальным моторизированным объективом 3,312 мм с автофокусом. Что хотелось бы отдельно сказать, это то, что, проведя такой некий конкурентный анализ вообще из того, что есть сейчас в данный момент на рынке, я обнаружил, что ближайшие аналоги, они существенно дороже, что является достаточно серьезным преимуществом в выборе наших камер. То есть, следующая камера за ней, она имеет как раз вариофокальный объектив моторизированный. Ну и также видеокамеры с разрешением 8 мегапикселей 15 кадров в секунду появились в линейке Pro. Вы видите купольную камеру
одно из главных отличий там, серии Pro – это большая дальность ИК-подсветки, это, соответственно, наличие встроенного микрофона и аудиовыхода, наличие также тревожных входов-выходов, что немаловажно для настроения объектов вместе с, например, системой контроля доступа. Ну и, соответственно, наличие IP67, IK10 классов защиты. Вот в купольном исполнении также они присутствуют. Ну, как я уже говорил, мы, безусловно, столкнемся с тем, что будут обновляться камеры, 2 мегапикселя формат будет в дальнейшем отходить, безусловно, будут появляться все больше и больше в проектах камеры с разрешением 8 мегапикселей. За счет того, что мы уменьшаем число, количество камер на объекте, в первую очередь, ну и современные кодеки сжатия позволяют экономить место на жестком диске, что немаловажно. И этих решений будет появляться все больше и больше, а с учетом того, что ну, цена становится гораздо демократичнее, а возможностей заказчик получает гораздо больше. То есть это вот первый раздел новинок, да, то есть это появление достаточно доступных камер с разрешением 8 мегапикселей. Следующее, что хотелось рассказать, что достаточно интересно, у нас существенно, серьезно обновилась линейка панорамных камер, линейка фишай камер. То есть если раньше те, кто работал с оборудованием MileSight, знают, что у нас была одна камера, слева ее можно было не видеть, вот в круглом исполнении как раз это была достаточно серьезная, мощная, навороченная камера, 12-мегапиксельная, фишай камера 360 градусов, очень продвинутая камера. Единственное, что отталкивало покупателей от нее, это достаточно была высокая цена, потому что она стоила где-то около 48 тысяч рублей в розницу, ну, что существенно, достаточно существенная стоимость. MileSight обновил линейку панорамных камер. Во-первых, они добавили новую цилиндрическую панорамную камеру. Вот о ней расскажу чуть-чуть позже, потому что она уникальная для нашего рынка и мирового рынка видеонаблюдения. Это их собственная разработка. И также появилась более бюджетная версия фишай камеры слева с разрешением не 12, а 5 мегапикселей, но с гораздо более доступной ценой. Ну, собственно, сейчас я как раз об этих решениях расскажу. Первое, да, это появилась цилиндрическая камера в мини-исполнении, в компактном исполнении, с горизонтальным углом обзора 180 градусов. И по вертикали, соответственно, угол обзора 95 градусов. Это 5-мегапиксельное решение, снимающее 30 кадров в секунду. Из интересного, здесь есть ИК-подсветка, встроенный микрофон, поддержка карточек SD. И вот это очень интересное решение за счет доступной цены. Цена сопоставима с обычной камерой цилиндрической мини-серии. Мы старались, MileSight старался очень делать эту камеру как можно более доступной для всех пользователей. Ну и подобного решения, как я уже говорил, нет ни у кого. Мы, используя одну камеру, можем обозревать полноценные 180 градусов. Еще многих отталкивали фишай решения, потому что не всем нравилось то, что они изначально по умолчанию снимают в шаре, и картинку нужно было раскладывать для получения нужного изображения. Но, собственно, здесь камера снимает в нормальном, привычном для нас размере и, соответственно, охватывает достаточно большую площадь. Вариантов использования масса. Они будут доступны у нас со склада, поэтому если есть желание протестировать, взять на тест, мы с радостью выпишем. Подобного рода решения достаточно бюджетно, можно решать большое количество задач, на мой взгляд. Потенциал
он огромен. Ну и также хотелось обратить внимание, что достаточно будет удобная установка, то есть непосредственно там разъем подключения находится внутри камеры, что достаточно удобно. Плюс она в очень компактном исполнении, что рассчитываем, что камера будет достаточно успешна на нашем рынке. Ну, так же, как я говорил уже раньше, обновилась камера, появилась версия фишай камеры вот в таком круглом исполнении на 5 мегапикселей, она стала гораздо доступней. Единственное, что у нее нету тревожных ходов-выходов, в отличие от более старшей версии на 12 мегапикселей. Но, соответственно, все вот основные преимущества она сохранила, безусловно. У нее достаточно уникальное тоже исполнение, у нее безвинтовая конструкция. Камера очень компактная, в ней присутствует ЭК-подсветка, есть возможность как настенного, так и потолочного исполнения. И самое важное, что здесь есть, это камера имеет 7 моделей отображения, да, то есть по умолчанию шар, но есть достаточно гибкая возможность настроить картинку так, как вам нужно. И самое правильное, что есть, это так называемый DVARP, это возможность одну камеру, да, то есть с одной камеры транслировать картинку на 4 отдельных независимых канала. То есть что достаточно удобно. То есть мы можем очень гибко настроить систему. Ну, соответственно, разрешение 5 мегапикселей, цена, как видите, существенно снижена, то есть с 46-48 тысяч рублей, то есть розничная цена это 16 990, ну и это, проведя такой небольшой анализ, это очень конкурентное решение на рынке. Собственно, это вот те новинки, которые появились в линейке панорамных видеокамер. Если продолжим тогда линейкой камер, многие из вас знают, мы на выставках анонсировали, показывали линейки камер с распознаванием автомобильных номеров. Собственно, у нас вот в последнем актуальном прайс-листе появилась полноценная линейка видеокамер с встроенной аналитикой распознавания номеров, то есть они доступны в 4 вариантах исполнения. Левый самый вариант – это камера мини-серии с вариофокальными объективами. Там есть 2 варианта объективов. Дальше идет, соответственно, цилиндрическая камера Pro серия. То есть еще больше вариантов объективов присутствует у нее. Больше дальности ЭК-подсветки, наличие аудиовходов и, что немаловажно, тревожных входов-выходов для, допустим, интеграции камеры с аналитикой распознавания номеров с какими-то другими системами, да, то есть мы, например, можем настроить, что при распознавании определенного автомобильного номера мы можем дать команду, например, на открытие шлагбаума. То есть вот, используя с камеры Pro серии, потому что в мини-серии тревожных входов, выходов нету, в Pro линейки есть. Соответственно, также в варианте в корпусном исполнении для установки в гермокожах и вариант ПТЗ, цилиндрическая ПТЗ-камера. Собственно, что данные камеры могут? На предыдущем слайде вы могли видеть, что они имеют частоту кадров 60, как могут снимать изображение с частотой кадров 60 кадров в секунду. Собственно, данные видеокамеры могут распознавать номера автомобилей на скоростях до 120 км в час, имеют 95% точности распознавания. Непосредственно в саму камеру зашита база номеров из 50 стран мира, то есть там полная база номеров СНГ. И также есть непосредственно внутри камеры поиск по распознанным номерам. Что еще важно, также есть белый список и черный список, то есть мы можем опять же достаточно гибко настроить, что при распознавании определенного номера мы можем давать команду на определенные действия камеры, да, то есть, например, отображать тревогу или отправлять какое-то сообщение.
Собственно, линейка полноценная видеокамер уже доступна к заказу, она есть у нас в прайс-листе. Пишут у нас опять нет звука и видео. Сейчас попробую обновить страничку. Друзья, подскажите, пожалуйста, сейчас есть звук, видео? Все ли у нас работает хорошо, что мы могли продолжить? Спасибо, отлично. Мы разговаривали о линейке камер с распознаванием автомобильных номеров. Я как раз хотел рассказать о главных преимуществах. Безусловно, главное, наверное, преимущество использования вот подобного рода решений – это экономия на мощностях. То есть, безусловно, цена на камеры, она выше, чем на обыкновенную камеру, да, без подобного рода аналитики. Но за счет того, что в видеокамерах используются более мощные процессоры, которые плюс камеры снимают с достаточно большим количеством кадров в секунду, но на выходе при расчете объекта мы достаточно существенно экономим на мощностях, потому что вся аналитика происходит непосредственно за счет камеры. Мы экономим на мощностях серверов. У нас есть образцы для тестирования, то есть если есть желание у кого-то протестировать подобного рода решения, мы можем предоставить оборудование на тест для того, чтобы понять, как это работает. Про камеры еще немножко расскажу. У нас в 2019 году происходит такое незначительное маленькое обновление. У нас все камеры, которые были с варифокальным моторизированным объективом 2.8 12 мм, объектив вот этот снимается с производства, и появляется замена объективом чуть с большими углами обзора, с 2.7 13,5 мм. Вот, пожалуйста, там, те, кто использует наше оборудование в каких-то проектах, будьте внимательны, что новые поставки, они уже будут с объективом 2.7 13,5 мм. Происходит такое обновление объективов в камеру. Также у нас в 2019 году существенно расширяется линейка видеорегистраторов. Вот для тех, кто не знал, у нас есть несколько линеек видеорегистраторов. Это линейка тысячная, линейка пятитысячная, семитысячная и восьмитысячная. Я вкратце расскажу, в чем их основные отличия. Первое, самое главное отличие – это в количестве жестких дисков на регистратор. То есть вот у нас младшая линейка есть регистраторов тысячной серии. Так они выглядят. Кто не видел, многие уже знают. Это достаточно компактное исполнение. Но по размерам сам видеорегистратор не больше, чем обыкновенный телефон. То есть даже меньше. У меня в руках достаточно небольшой телефон, там диагональю 5 дюймов экран. То есть достаточно компактное решение. Но несмотря на это полноценный видеорегистратор, имеющий поддержку двух жестких дисков 2,5 дюйма, до 2 терабайт каждый, и, соответственно, имеющий полную мощность, поддержку камер 4К, 9 каналов, у нас младшая линейка начинается от 9 каналов, и, соответственно, поддержку всей аналитики с камер и всех основных функций. То есть прошивка для видеорегистраторов, она единая для всех линей. Соответственно, более старшая серия – это пятитысячная серия. Она на 2 жестких диска. Есть как раз версии с POI-портами и без POI-портов. Дальше идет семитысячная линейка. Она на 4 жестких диска и имеет уже поддержку RAID. И восьмитысячная линейка имеет поддержку 2 мониторов независимых и также имеет поддержку RAID. То есть вот этим отличаются линейки видеорегистраторов. Но вот на данном слайде вы можете видеть, что у нас обновилась пятитысячная линейка, добавилась
если у нас раньше были решения только на 16-32 канала, то сейчас появилось решение регистраторов на 8 каналов, на 8 каналов с пой-портами, на 16 каналов с пой-портами. То есть ну, достаточно существенно обновилось количество регистраторов, то есть можно подобрать под разные задачи. А, ну и что хотелось также сказать, вот что 5-тысячная, что 7-тысячная, 8-тысячная линейка, они под 19-дюймовую стойку, в комплекте идут крепления под стойку непосредственно, то есть они все подходят. Так. Собственно, в 7-тысячной линейке также появились 16-канальные регистраторы с 16 пой-портами, то есть ну, расширяется возможно, ну, варианты видеорегистраторов. Также у нас произошло такое достаточно глобальное обновление программного обеспечения как для видеокамер, так для видеорегистраторов, так и ну, для программных продуктов MileSight. Ну, первое, что появилось, ну, во-первых, у нас перестал присутствовать такой элемент, как пароль по умолчанию. То есть если раньше при там, покупке любого устройства, будь то видеокамера, будь то видеорегистратор, необходимо было ввести, ну, был существовал некий пароль по умолчанию, соответственно, там, через который можно было зайти в само устройство, в веб-интерфейс устройства, то сейчас ну, его убрали, то есть при там, покупке первого подключения устройства необходимо его ввести. То есть появился такой нюанс, который можно учитывать. Следующее, что обновилось достаточно удобно, это отображение веб-интерфейса устройств без необходимости установки каких-то дополнительных плагинов. То есть мы можем сразу непосредственно зайти через браузер веб-интерфейс устройства, никакие плагины устанавливать не нужно, то есть, соответственно, камера или устройство, или будь то камера, будь то видеорегистратор, будут, соответственно, там, веб-интерфейс будет доступен по умолчанию. В видеорегистраторах появилась очень интересная функция N+1, я вот о ней расскажу сейчас чуть поподробнее, чуть-чуть буквально позже. Также вот хотелось рассказать, что для программного обеспечения у нас появилось несколько новых возможностей. Ну, во-первых, MileSight обновил свои сервера для подключения к устройствам через режим P2P. Вот если мы хотим подключиться к устройству без статического IP-адреса, да, то есть используя, вот, если у нас, допустим, только динамический IP-адрес, то через вот режим точка-точка можно достаточно быстро подключиться к устройству. Сейчас все очень стабильно работает. И с последним обновлением появилась возможность подключаться вот подобным образом не только через мобильное приложение MileSight, но и также через CMS, что достаточно удобно. То есть можно использовать CMS для удаленного контроля за устройствами, и можно не переживать, есть у нас или нет статического IP-адреса. Также появилась версия Smart Tools, это программа для поиска, настройки устройств MileSight, там, включающая в себя ну, такие базовые стандартные вещи, как калькулятор объектива, калькулятор дискового пространства. Ну, появилась версия для macOS, что тоже достаточно удобно, то есть те, кто пользуется Mac, могут настраивать, удаленно искать в сети устройства, устройства MileSight. Про функцию вот N+1 хотелось бы рассказать. Достаточно интересная функция. Вот в этом ценовом сегменте я не видел, чтобы у каких-то конкурентов это было реализовано. Появилась возможность назначить устройство Master-Slave. То есть появилась возможность, если у вас несколько регистраторов, видеорегистраторов, которые записывают изображение с камер, то можно назначить резервный видеорегистратор, то есть, который вот как раз на схеме, да, все достаточно понятно, который будет иметь функцию slave, то есть если у вас какой-то связь
с основным каким-то видеорегистратором прервалась, то он может взять на себя запись с камер и при соответственно, восстановлении подключения основного регистратора, да, то есть если проблемы с сетью исправлены, то он сам будет копировать все данные, весь архив на основное устройство. То есть достаточно такая интересная функция. Вот она доступна с обновлением, последним обновлением прошивки. Соответственно, вот Сергей как раз меня поправил в чате. До 32 регистраторов может резервироваться одним запасным. Это, соответственно, вот про обновление программного обеспечения. Также хочется напомнить, что помимо CMS у нас есть непосредственно программа VMS для записи видео с камер. Она есть как в версии Lite, так и в версии Pro, имеющая клиент-серверную архитектуру. Соответственно, в версии Pro мы предоставляем это программное обеспечение бесплатно. Оно русифицировано, и мы его предоставляем путем, оно, ну, становится доступным путем лицензирования, то есть если вы хотите сделать какой-то объект на нашем программном обеспечении MileSight, то вы можете связаться с техническим отделом, соответственно, при покупке камер MileSight программное обеспечение предоставляется бесплатно, вам выдадут лицензию, соответственно, можно использовать это программное обеспечение. Оно базовое, но оно используется на разных родах объектов, как в России, так и за рубежом. Вот я знаю, что оно используется там, в аэропорту, допустим, Новой Гвинеи. Используется программное обеспечение MileSight VMS. Можно протестировать, попробовать, если интересно. Также сегодня хотелось бы вот, ну, вкратце рассказать. Очень часто задают вопросы там, наши покупатели, потенциальные партнеры. Вот в чем кратко основные преимущества MileSight вот, для заказчиков. И вот об этом хотелось бы немножко поговорить тоже. Сегодня вот первое, что хотел сказать и напомнить, вот все наши IP-камеры MileSight, даже вот базовая линейка камер относится к серии Starlight. То есть это видеокамеры с высокой светочувствительностью. У нас вот базово на 2-мегапиксельных наших решениях светочувствительность достигает 2000 люкса, что позволяет получать картинку в условиях недостаточной освещенности, ну, гораздо лучшего качества. То есть сейчас, в 2019 году, все производители, ну, научились делать достаточно качественное видео, особенно днем. Очень сложно различить и сравнить качество видеозаписи. Но все меняется вот с точностью да наоборот, когда мы начинаем рассматривать картинку в условиях ночного освещения. Ну и ряд технологий, которые присутствуют у нас даже в самых бюджетных линейках камер, они позволяют получать картинку гораздо более высокого качества. То есть это, во-первых, высокочувствительная матрица, и второе – это умная ЭКО-подсветка второго поколения, которая позволяет регулировать интенсивность излучения. То есть вот в паре как раз это дает возможность получить вот картинку гораздо лучшего качества. А, как известно, все проблемы с видеонаблюдением, они как раз происходят в ночное время. Противоправные действия вот, по статистике как раз происходят чаще именно тогда. То есть вот наш такой, наверное, один из важнейших плюсов – это работа в условиях недостаточной освещенности. Дальше также хотелось напомнить, вот многие знают, те, кто партнеры работают с нами, что у нас есть поддержка SIP-протокола. Это достаточно важный момент. Мы можем строить системы в интеграции с разными сферами, например, такие как IP-телефония или видеоконференц-связь. То есть абсолютно любой видеокамере MileSight есть поддержка SIP-протокола, что позволяет, камера может звонить на
устройство определенное, будь то IP-телефон, будь то терминал видеоконференц-связи, и, соответственно, непосредственно имеется возможность обратного процесса, то есть мы можем позвонить на видеокамеру, мы можем, если IP-телефон имеет функцию видеозвонков, он может получить картинку с IP-камеры по 264-му кодеку, и также, если в видеокамере присутствует микрофон, можно также получить звук. То есть возможности применения существенно возрастают, то есть мы можем реализовывать какие-то проекты вот в связке, что может быть достаточно интересно. Ну и очень интересные проекты вкупе с видеоконференц-связью. Опять же, мы можем для участников видеоконференц-связи подтягивать в митинге картинку непосредственно с IP-камер для какого-то обсуждения, что происходит на объекте. Мы можем использовать IP-камеры Майлсайта, ну, как такой удаленный пункт, да, то есть осмотром. Например, можем смотреть, если компании пользуют видеоконференц-связь, мы можем смотреть, что происходит на каких-то объектах, настройках, и непосредственно обсуждать. То есть в данном ценовом сегменте вот видеокамер только у Майлсайта есть вот поддержка SIP-протокола, и, ну, что является достаточно серьезным преимуществом. Следующее, вот о чем тоже хотелось бы рассказать, у нас имеется множество уникальных вариантов исполнений как видеокамер, так и видеорегистраторов. Хотелось бы тоже заакцентировать на это внимание. Первое, соответственно, у нас есть версии камер с непосредственно разъемами внутри камеры, у камер нет никаких хвостов, что достаточно удобно для монтажа. Непосредственно всю коммутацию можно, вся коммутация находится в самих видеокамерах. Это доступно как для купольных камер, так и для цилиндрических. Ну и, соответственно, у нас есть уникальные корпуса видеорегистраторов, вот как я вам показывал, в очень компактном исполнении. И несмотря на это полноценные системы управления видеонаблюдением. Ну и также хочу напомнить, что во всех устройствах, во всех камерах Майлсайт есть поддержка видеоаналитики. Это в данный момент 10 функций. Изначально, вот если вы покупаете видеокамеру Майлсайт, эти функции они недоступны. Они становятся доступными путем приобретения лицензии. Порядка стоимость ее около 1000 рублей в розничных ценах. Соответственно, одна лицензия открывает доступ для всех 10 функций. И имеется также поддержка этих функций у видеорегистраторов. То есть активировать их можно путем ввода ключа. Ключ можно получить у нас, предоставив MAC-адрес камеры. Вот многие тоже спрашивают, зачем нужна функция видеоаналитики в камерах. Ну, многие достаточно скептично относятся к ней, потому что какие-то серьезные аналитические функции можно решить только посредством использования мощного программного обеспечения. Аналитические функции в камерах, они такие некие базовые, как их считают. Безусловно, там несколько лет назад это было так, но в данный момент ситуация достаточно серьезно меняется. Но, как вы знаете, архивы растут, и, ну, первая функция вот, применения вот подобного рода аналитики в камерах – это экономия архива. То есть более удобный поиск по архиву. То есть мы можем оставлять некие метки, некие теги при срабатывании определенных аналитических функций. И непосредственно при поиске какого-то события в архиве мы можем использовать эти метки для того, чтобы найти нужный нам какой-то фрагмент определенный. Потому что просматривать несколько дней записи – это, конечно, очень тяжело.
Соответственно, плюс, как я опять же говорил, это экономия на мощностях, то есть возможности процессоров камер растут, и непосредственно все аналитические функции, они обрабатываются самой камерой. Ну, у нас есть достаточно интересно, есть некие базовые функции, ну, например, как вход в область, выход в область, пересечение линии, которые есть, ну, у многих производителей. Но есть также такие вещи, как определение человека, когда камера может определить именно, что вот в кадре появился сейчас человек определенный, она даже может сохранить его треки перемещения, ну и непосредственно придать определенную метку, да, то есть этому фрагменту, что вот в этот момент у нас появился человек. И, соответственно, непосредственно там, либо начать запись, либо сработать тревогу, отправить пуш-сообщение на мобильное приложение. Ну и такие интересные достаточно функции, как подсчет посетителей с возможностью отправки логов в формате CSV на почту. То есть вот эти функции, они все доступны. Если есть интерес протестировать, как работают вот аналитические функции в камерах, можете опять же обратиться к нам, и мы предоставим ключ. Можно посмотреть, как работают эти функции. MileSight заявляет сейчас, что у них есть отдельные люди, отдельный департамент, который вот отвечает не только за аналитику, и отдельные инженеры, которые занимаются каждый раз улучшением вот этих вот аналитических функций. Собственно, также хотелось добавить, что у нас появился официальный сайт, русскоязычный сайт milesight.ru. На нем можно посмотреть все новинки, продукты. Там будут новости, соответственно, обо всех наших изменениях. То есть можно также пользоваться этим порталом на актуальный. Если есть какие-то вопросы, собственно, можете написать в чат. Мы на все обязательно ответим. Спасибо большое всем, кто присутствовал. Будем сообщать обо всех новостях. И те новинки, о которых я рассказывал, в самое ближайшее время будут доступны уже непосредственно от нашего склада. Всем спасибо. До свидания.